цепь не замыкалась, дальше все, смысла не было. В какой-то момент, спасибо партнеру, просто вот появился, вот взял его, и тогда уже есть куда двигаться. Общая масса получается, да? То есть вот, ну, с чего начинаю тренировку, с понятия общей массы, да? То есть вот массы раздельные, да? А вот общая масса, вот. И, соответственно, ей можно уже управлять. Так, с массой понятно, здорово. А пустое полное, вот, немножко углубление нашего понимания. Не хмурься вам. Не, ну на самом деле, вот из этого пустота-то и возникает. Как только массу поймал полную, сразу, ну, появляется место для пустоты. Да, но ты можешь быть наполнен еще. То есть обе массы могут быть наполнены, да? То есть вот смотри, ты меня держишь, да? Вот я тебя держу. Но я еще наполнен тоже. Да. То есть я наполнен там, ну, ожиданием, контролем тебя сейчас, например. А вот смысл в чем? Что вот эту наполненность сейчас свою, я делаю пустотой, тогда твоя масса в меня течет. И я ее потом могу отдать. Уже некому сопротивляться. Забираю твою массу. Вот кто не знает, еще такой есть синоним масса энергии. Или сила. То есть вот что значит забрать силу, да? Вот все говорят, силу забрать. Я забираю, когда массу твою принимаю. Сила же уходит твоя, да? Да. Вот сила нет. Да? Сила это вот масса. То, что ты говоришь. То есть пропадает желание, просто сила пропадает, потому что она уходит. Вот да, это. Да, да, да. То есть пустое полное как-то начало выкладываться, да? Да. Только добавить что-нибудь. Вот сегодня первый раз вот появились какие-то проблески ощущения. И вот в жизни попробуйте ощущать тоже пустое и полное. Вот там наполнился желанием, эмоциями, да, там чувствовать. Сразу что создалось? Напряжение, да, и вокруг надо что-то делать сразу такое. Потом раз так опустошился. Да. Вроде делать нечего, само как-то все делается. Спокойно, не напряжение. Оценивай там. Спасибо. 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 Да, и пробуем.